первую очередь репрессии. Репрессии, геноциды. Ссылки, ГУЛАГ. Много людей убили. Занавес. Сірий колір, режим, п'ятирічка, репресії. Ну, завжди моя мама говорить о том, що це було в то время, коли було вроде як лучше. Но на самом деле это, мне кажется, просто молодость. Це там, ну, дефіцит. Всі сковані, всі одинаково одеті. Вічний дефіцит, вічні запрети, голод, ограничення свобод. Прошло. Веселые времена. Ну, не меня, конечно, но как родители рассказывают, у них было лучше, чем у нас. Кеңес одағы, біз Кеңес одағының одағында 70 жыл бой болдық. Тарихты жақсы оқыған шығарсыздар. Тарихтан белгілі. Русская империя, типа, была в Казахстан также. Не знаю дальше. Ну, сверхдержава в свое время, в 20 веке была. Авторитарное государство. Довольно отравленное государство политически было. Ничего хорошего про него сказать не могу. Ассоциации плохие. Рацхолзе мнишнолования адамьянабис мудмивишиши. Ромелиц маткондат, рогорц иртмайтис, асе рацхолзе мнишнолования сахамцепос мимарц. Магалитад родесац сакартвелу кахта, родесац аннексис мсхорплиану Русетис Федерациис мхридан. Ეს მოხდა ამის შეფუთვა არა ისე რომ მოხდა საქართველოს ანექსია არამედ ისე რომ საქართველოს გასაბჭოების ზეიმი იყო და ამას აღნიშნავდნენ შემდგომ წლებშიც. უმრავი უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა საბჭოურმა პოლიტიკამ და მიხარია რომ დღეს აღარ ცხოვრობთ ეგეც. Я родился в Советском Союзе. И я в принципе рад, что он распался, я бы не хотел, чтобы какой-то его прообраз или привидение воскресло. Чойнай халхи усабчо так аушерши копилико, эсэти витарева арикне вода их сагартелош. Да, я чагати лоба санда уазро имастан. Алакертан. Не, протам сир, ир бьюши грот лайк, и нам бей сайденс, он человек, тапат, как так ставишь ринда. Все одинаковые, такие, все такое более серое, приглушенное, никто ничем не выделяется. Yeah, Lenin, Stalin, all those guys, I guess. Par to, ka nevarēju izbraukt uz ārzemēm, valstis pamest. Tās mēbeles vēl bija saglabājušās tādas vecie radiatori, čuguni. Latvija ir nemnogo osuždāja Sovietski Sajūs, a mu boši za Rosiju, tā gavarītas, vod. Mē kažas, tas nemnoški nepravilno. Что да. Латвия осуждает Советский Союз, потому что очень много всего было построено во время него. Я знаю, что было классно. Я шучу, мы ничего не знаем об СССР, мы не жили там. Картину складывает контекст, то, в чем живут люди. Мы понятия не имеем, что такое СССР. Ну, сейчас очень много людей вспоминают СССР как самая великая страна, которая была, но, к сожалению, развалилась. Серп и молот, Ленин, Сталин... репрессии, но в то же время стабильность. С того, что запомнилось, наверное, только авторитарный режим какой-нибудь, плановая экономика, ну и в основном все негативное. СССР было бы раньше, как советское время. Не то, что сейчас настало, просто-напросто это бардак. И государству, ну, нашу позор за большой буквы. День Победы, наверное, это первое, что приходит в голову. Космос, да, мы уже в космос полетели первые. Вообще много чего, наверное, вспоминается, писатели хорошие. Это из положительного, а из отрицательного, конечно, репрессии всякие, тоже это же к СССР относится.